В администрации Гагаринского района состоялось совещание с владельцами маломерных судов и арендаторами городских пляжей. Совещание проводили сотрудники управления по курортам и туризму администрации Гагаринского района, муниципального унитарного предприятия «Курорт Гагра», заместитель главы администрации Гагаринского района Бесалум Бия. На совещании также присутствовали представители государственной инспекции по маломерным судам по Гагаринскому району, транспортной милиции и районного управления внутренних дел. На встрече обсуждали вопрос упорядочения работы маломерных судов в летний период времени. Как правило, в курортный сезон на море появляются маломерные суда разных видов. Это катера, гидроциклы, катамараны и другие средства развлечения. Зачастую маломерные суда и средства развлечения вызывают неудобства для купающихся в море и даже представляют опасность. Дабы избежать несчастных случаев, для плавсредств выделены технические зоны. В общем, по береговой линии города 20 технических зон. На совещании владельцы маломерных судов выступили с некоторым предложением по упорядочению их деятельности. Руководство района обещало рассмотреть данное предложение, в скором времени вынести окончательное решение. Несмотря на то, что на совещание были приглашены арендаторы пляжа, среди них явилось только несколько человек. В ходе совещания было отмечено, что пляжи моря являются достоянием нации, а не чьей-либо собственностью. Поэтому те лица, осуществляющие трудовую деятельность на пляже моря, в обязательном порядке должны согласовать свои действия с руководством района. Данным вопросом мы раньше не занимались, и с реорганизацией отдела по курортам и туризму при администрации города Гагра в управление данный вопрос был передан нам. И, естественно, не имея опыта, мы работаем по уже накатанной схеме. Данная схема – это значит предоставление пляжей в пользователю, предпринимателя, то есть это обычный пляж, 160 рублей погонный метр, и если это техническая зона, то 1000 рублей за погонный метр. На сегодняшнее совещание мы приглашали всех людей, которые работают на пляже, то есть и по прошлым годам. И на данный момент, на данном совещании, значит, было выдвинуто такое предложение людьми, которые непосредственно имеют маломерные суда, которые работают, о том, что в каждую техническую зону по определенным правилам, то есть, естественно, установленным, опять же, администрацией города, имели право заезжать все без исключения. То есть они не были конкретно одним человеком или двумя, и не ими принималось решение о том, можно туда им заходить или нет.